Так, для Игоря первый раз в своей жизни он пробует вот это пиво. Давайте пиво первый раз пробует. Да, давайте посмотрим вот на это пиво. Я думаю, что оно выглядит просто delicious. Аппетитно. Я думаю, над этим пивом плевала вся деревня. Но я считаю, что кто певца не пробовал, тот в Африке не бывал. Поэтому я... Да, учитывая, что я уже выпил таких 3 банки. Серега пил до дна залпом, перед этим толкал настоящий грузинский тост, хотя он ни разу не из Грузии. Поэтому я как бы обязан это адское зелье в себя принять. Единственное, что я опасаюсь, что у меня начнут расти то ли рога, то ли хвост, то ли что еще. Ну, вроде вот это, вроде вот. Все вокруг, они посмотри, вокруг вроде нет рогов, вроде нет рогов. Ни одного рога. Итак, решающий момент. Если я умру, считайте меня комсомольцем. Эфиопом. Эфиопом. Пушкин, кстати, наверняка выпил не одну дозу адского зелья. А Пушкин вообще, он из какого племени, ты считаешь? Или он просто из Аддис Абабы? Я думаю, что он Аддис Абаба. Как хорошо пошло. Огуречика не хватает. За родину. За Бобруську. По вкусу это напоминает что-то среднее между настойкой из репки и пивом Хайнекен. Вот этот мужик залпом все выпил и даже не поможет. Да как нечего делать? Как 2 пальца развернуть. Осадки, понимаешь ли, попадают в пиво. Еду я пока не прочувствовал. Только, можно сказать, алкоголь, содержащий средства. Просто, наверное, потому что ты не пережевываешь. Вот мне нужна вилка какая-то, чтобы накалывать редьку. Вот смотри, вот там мужик только что пролил пиво, из-за этого будет хлестать палкой по попе. Потому что в Африке еду, собственно, нельзя выбрасывать. Это карается... Как карается по закону?